Вы говорите о дружбе. У меня очень много друзей в России. Если кто-то из них сейчас выступает за агрессию против Украины, он мой враг. Война – это черно-белое. Или враг, или свой. Люди, которые поднимают голос в защиту Украины, они наши друзья. Когда моего сына захватили русские в плену, буквально, он был 8 дней, мы о нем ничего не слышали. Он был на русской базе. Даже книгу мы дали читать в камере с печатью воинской части Российской Федерации. Когда его били, когда издевались, когда я получал звонки, смс-ки, завтра уши пришлем и так далее. Говорить о дружбе очень тяжело. Это не конкретно пример Гриценко, это отношение ко всем. Когда наших солдат, когда наших офицеров фактически терроризировали, подходили. Если не сложите оружие, вот там детский садик ваш, посмотрим, что с ними будет. Вырежем чеченский батальон «Восток». И мы знаем воинские части, которые Путин туда привез. Значит, все проверяется, в том числе в беде. И дружба проверяется, или не дружба. Каждый человек проверяется. Ясно речь, что ни о каком стратегическом партнерстве речи не идет.